Четверо краснодарцев ждут судебный вердикт за участие в массовой драке. Молодые люди считают себя фанатами краснодарских футбольных клубов. Свою любовь парни решили проявить в рукопашном бою и затеяли масштабную потасовку. По словам очевидцев, в огненной драке никто серьезно не пострадал. Все участники потасовки отделались синяками и ушибами. На место тут же подоспели полицейские. Они разняли фанатов и увезли некоторых из них с поля боя в участок. Сотрудниками краснодарской полиции было задержано 4 гражданина. Все они местные жители, а также жители Республики Адыгея в возрасте от 18 до 25 лет. На них был составлен административный протокол по статье 20.1 «Мелкое хулиганство», предусматривающий как штраф в размере 1000 рублей, вплоть до 15 суток административного ареста. В настоящее время административные материалы направлены в соответствующие суды для принятия законного процессуального решения в отношении данных граждан. Примечательно, что околофутбольные события развернулись еще до начала дерби, поэтому понять, что не поделили дебоширы, трудно.